Воззвание к разуму. Все, о чем мы лишь кратко говорили в этом фильме, со всей очевидностью заставляет задуматься о том, что наша Вселенная и наша жизнь не являются продуктами случайного появления и были тщательно спланированы в самых идеальных формах и параметрах. Все живое на Земле создано с определенной целью – Всевышним Создателем. Структура и размеры мира, в котором мы живем, его атмосфера идеально соответствует потребностям жизни. Свет, посылаемый нам солнцем, вода, которую мы пьем, атомы, составляющие наши тела, и воздух, которым мы ежесекундно дышим, все это чудесным образом приспособлено для жизни. Другими словами, все, что мы узнаем о нашей Вселенной, лишь еще раз неопровержимо доказывает нам, что жизнь создана согласно совершенному и тончайшему замыслу. Безусловно, то, что замысел, видимый нами в каждом самом мельчайшем элементе Вселенной, является доказательством существования Всевышнего Господа, обладающего величайшей мудростью и мощью. Какой бы физический закон или параметры мы ни изучали, мы осознаем, что нет никакой возможности для их случайного возникновения. Все они сотворены высшим замыслом Творца, Всевышнего Аллаха. Современная наука доказала истину сотворения. Бесчисленное множество тончайших законов и систем, видимых нами, в действительности пронизывают всю Вселенную. Научные открытия, сделанные за последние 20 лет, показывают, что жизнь является результатом великолепного и совершенного творения, которое поддерживает жизнедеятельность нашей планеты. Известный английский физик Джон Полкинхорн делает такое заключение. Когда замечаешь, сколь совершенным образом законы природы соответствуют жизнедеятельности нашей Вселенной, осознаешь, что Вселенная не возникла случайно. И в ее сотворении существует некая цель. Значит, если и Вселенная, и наша планета, занимающая столь крохотное место в ней, столь тонко спланированы, то этот план и замысел сотворены Всевышним Творцом, Аллахом. Все уникальные законы Земли есть очевидные знамения могущества Аллаха. Открытия и факты, которых достигла сегодня наука, были сообщены людям в Коране еще 14 веков тому назад. Наука лишь подтверждает их божественную истинность. Всевышний так сообщает нам об этом в Коране. «Воистину, ваш Господь, тот, кто сотворил небеса и землю за 6 небесных дней, и после вознесся над ними на вседержавном троне. Он день окутывает ночью беспрерывно и управляет повелением своим и солнцем, и луной, и звездами».